С нашего сайта usa-visa.com поступили вопросы, на которые я хотел бы ответить. Как раз вот не записано. Вопросы, связанные с категориями граждан, людей, которые, наших клиентов, которые приходят к нам. Всего их две категории. Это первая и вторая. У которых есть определенная цель попасть в Соединенные Штаты. Те, кто имеет цель на 100%. Те, кто имеет цель на 50%. То есть, как это выглядит вживую. Ну, например, вышел новый американский боевик, человек посмотрел, увидел, что да, в Америке классная жизнь, да, в Америке все очень хорошо, возникает американская мечта, человек буквально там начинает искать, кто бы ему помог сделать американскую визу. Вот. Я считаю, что это люди, которые попадают под вторую группу. Первая группа людей, которые знают, зачем они едут, знают, почему они едут, то есть их цель твердая, сформированная, вот, это 100%. Вот, люди начинают готовиться, те, которые на 50% теряются где-то на полпути, да, другие доходят и получают американскую визу. Вот. Между и первой, и между второй группой стоим мы, наша компания «Атлант». И наша задача сделать так, чтобы ваша цель и первой, и второй группы была сформирована на 100%, вы понимали, зачем вы едете, почему вы едете и так далее. Вот. То есть дотянуть вас, довести вас до определенного уровня. Как мы это делаем? Вот, например, у меня сейчас группа людей, которые попали под вторую категорию 50%. То есть я начал формировать эти кейсы и вижу, что деловая активность, вот с такой деловой активностью в Соединенные Штаты точно будет сложно попасть, да, деловая активность должна быть выше. То есть что мы делаем? Мы расширяем кругозор этого нашего клиента, нашего человека из второй категории, из второй группы. То есть он ходят на всякие разные семинары. Семинары для стартапов, для инвесторов. Семинары, связанные с английским языком, с организацией бизнеса в США. Вот, то есть уровень человека из второй группы повышается. То есть его проценты повышаются. То есть мы делаем для него реальность относительно Соединенных Штатов. То есть когда он идет в посольство, он уже имеет определенную цель. Он на нее может посмотреть с разных сторон, он может о ней говорить. И это будет чувствоваться. Иммиграционный офицер почувствует, что да, человек действительно хочет Соединенные Штаты и знает, зачем ему туда нужно попасть. Вот. И вторая категория, 100%. У нас были такие клиенты, это сильные, мощные, богатые предприниматели, которые знали, зачем им туда, которые, кстати, так говорили, получим мы визу, хорошо, не получим визу, да бог с ней, значит, не судьба. И эти люди получали визу, потому что они знали, зачем они хотят. Вот. И это чувствуется, и в том числе иммиграционным офицерам, и человек попадает в Соединенные Штаты. Вот. И это все достигается командной работой. Когда мы будем работать в команде, ваша цель будет твердая, ваша цель будет ясная, и вы попадете в Соединенные Штаты. Это наша самая главная большая, и главная и большая наша цель, с которой мы с вами прорвемся. Вот. Подписывайтесь на наш новый YouTube-канал, ссылка есть в группе Facebook, заходите на наш сайт usa-visa.com. Будем рады всех видеть в нашем офисе. Всем всего доброго, пока!